Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моему обзору заказа с Али, который я делала 11 ноября. Тогда было два у меня заказа. Один с недочаем, то бишь чаем, который не совсем положился. И другой, вот, который шел очень-очень долго. Если я его вчера, допустим, да, получила, то вообще он пришел на почту Рашки позавчера. Кот у меня тут бесится. Он увидел бананы и пытается их скоммуниздить. Я сегодня купила аж связку 6 штук зеленых бананов, но они не совсем зеленые, но все же ближе к зеленым. Раз уж тут кот их цапает, то надо их, наверное, показать. Они, наверное, он хочет, чтобы они показались. Короче говоря, в общем, оно очень долго шло границу, что-то 29 или 2, или 25 дней. Кот сел на табуретку сзади штатива, на котором стоит фотик. И, в общем, ну, все-таки дошел этот заказ. В общем, трек отслеживался. Ссылку на продавца, если кому интересно, оставлю в комментариях. В общем, все это было в обычном черненьком таком пакетике. И внутри уже вот в этом пакетике, конечно, было уложено все красивенько. И если вам интересно, то у меня на странице не канала, а моей личной, это и ВКонтакте, моей страничке, есть небольшой альбомчик прямо на стене с этими фотками. Как вот оно там все лежало. Процесс распаковки. В общем, я заказывала ростки, листочки бамбука. Потом где-то 40 грамм, но там получилось 47 где-то грамм. Ну, что-то так, чуть больше мне положил продавец. Потом 40 грамм гуаниня. Я не помню, 12,75 или нет. Ну, в общем, какой-то хороший, крутой гуанинь. Я его еще пока ничего из этого не заваривала, но чисто вот по цвету это очень хороший крутой гуанин должен быть. Потом 50 штучек пуэрок таких маленьких, там мне в довесок положили в подарок еще 2 штучки, плюс еще бумажка с кодом, скидка, значит, 2 доллара, 10, если на 10 буду делать заказ какой-нибудь. Потом бумажка со ссылкой в группу ВКонтакте, но я еще не вбивала в этот в браузере в строку и еще, соответственно, не заходила, не смотрела, что там за группа ВКонтакте. И еще в довесок ручка, которую я сначала приняла по глупости, вообще что-то так вот с устатка за витамин, потому что написано витамин, а то, что вторым словом написано, что это шариковая ручка, я что-то даже как-то не обратила внимания. В общем, очень хороший такой заказ. Да, еще заказывала 2 связанных шарика. В общем, вот они, ну, шариков вместо чая. Вот такой вот он. Они вообще там разные, там 16 сортов было, если, допустим, 16 штук заказываешь. Все это вместе у меня вышло на 540 рублей, и, кажется, у меня еще была там какая-то скидка в 60 или 120 рублей, я точно не помню. Ну, какая-то небольшая скидка, но заплатила я 540, потому что какие-то еще копейки. В общем, сейчас я это действо покажу. Вот тут такие вот 2 шарика. Даже думаю, один можно вскрыть. Не знаю, буду ли я его сегодня заваривать, но чисто хотя бы открыть, показать вам, да заодно узнать самой. Тут вообще что-то рукописью такой, клинописью написано на английском, но настолько мелко-мелко, что я даже не могу понять. 7 звезд какой-то луны, это на другой стороне. Ну и знак качества SQ. Это уже само по себе. Если на чае стоит SQ, который заказывали в Китае или покупали на развесе, там есть вот это SQ, то считайте, что вам очень повезло. В общем, вот такой вот зеленый. Ну, вообще он, по-моему, тут не сколько зеленый, это из таких вот верхних листочков, в общем, ниточкой перевязанный. Я думаю, он будет красиво раскрываться. И если что, я зафоткаю и потом выложу фотку на страничку ВКонтакте, если вам интересно. И вот второй, судя по ощупи, он такой же формы, только, возможно, с чем-то другим. Так, вот здесь у нас 52 пуэрки. Ну, кстати, я раскрывала, и она действительно хорошая такая пуэрка. Я не помню, сколько там было заявлено, но она явно не 3 лет выдержки, несколько больше. Такая, ой, у меня сыпется из нее чутка. В общем, вот такую я на чайник в 300 где-то миллилитров, 250, уж не помню, сколько у меня стеклянный чайник, кидаю, и мне очень даже хватает ее. Тоже потом, если буду заваривать, точнее, заваривать-то точно буду, если буду фоткать, то сделаю потом ВКонтакте, скину фотку. Тоже, соответственно, SQ, тут
Тут у нас вся инфа в этот раз по кругу написана. С чем он, я не помню, но кажется, вроде вот именно этот был чисто пуэр, без всяких там добавок. Да, вот тут написано, что 3-5 лет. Ну, вообще, приблизительно 2008-го запечатан. $420 это у меня вся посылка была. Я что-то так сначала хотела, ну, с паранойей ради я взвесила эти вот два зеленых товарища. А уже пуэр-то что-то не стала взвешивать. В общем, он тут этот такой купончик, можно его отсканировать телефоном, но у меня такой приблуды нет на телефоне, но он у меня отпечатался прямо в личном кабинете. И вот тут у нас AliExpress, палочка, полосочка такая нижняя, не помню, как она называется, профессиональная, если хотите, там можете в комментариях мне отписать. T1, в общем, AliExpress, черта, чай 1. Я не знаю, будет видно, не будет видно, но в крайнем случае, если я по ней пройду, или точнее забью сначала вручную, а потом пройду, то я, скорее всего, по основе на страницу ВКонтакте или напишу в инфобоксе ссылку. Тут у нас 52. Все надолго хватит. Я в свое время по дурости, когда покупала все эти, тогда еще стоили, можно было за 260 рублей купить мешочек такой, там 50 таких штучек было разных. Одинаковых с оленем, ну, в смысле, зеленый или черный, или сам пуэр, или еще что-то разное, там, с добавками какими-то. Я по дурости раздаривала всяким людям, которые потом оказались... Ну, как у меня ВКонтакте есть альбом, ну, я не помню, он different, он или все-таки открытый. Там, допустим, для подписчиков альбом называется «Я и мои друзья», и в скобочках там уже, возможно, бывшие друзья. Там очень много фоток, именно тех вот... Ну, конечно, не всем, кому я раздарила, некоторые просто уже сами все. Но суть такая, что когда хочешь сделать приятное человеку, а потом оказывается, что человек редиска, я не жалею, но очень-очень много денег улетело в трубу. То бишь то, что я могла бы сама выпить или вообще бы не тратить. Ну, вы можете писать комментарии, что вот я тут опять негативом каким-то плююсь. Я просто, это, речь идет так. Вот как Чукча, что вижу, вот он поет. У нас спектакль новогодний, как раз про Чукчей. Вот такой вот. Кстати, он пакетик, он же немножко дрявенький такой. Короче, вот через пакетик чувствуется аромат от весенних таких цветочков нежных, этого гуаниня. Такой хороший. Я не помню, вот как у меня там называлось, но мне кажется, вот чисто вот судя по виду, это именно вот 1275 номер. Шикарный, короче, гуанинь. У меня как раз закончился гуанин. Я что-то тут выпивала, так выпивайте запасы. Понимаешь, у меня раньше был еще чайный каталог, меня подружка стебала. Говорит, ты библиотекарь, ты на чайный каталог. Я-то думала, она реально хочет, чтобы я все переписала, что у меня есть на тот момент, 400 с чем-то чаев разных. А она просто в шутку, я когда сделала, она, я пошутила. Ну, в общем, я что-то тут допиваю свои эти остатки былой роскоши. И получается, что... Вот у меня гуанинь выпился, остался, забыл какой-то там тоже типа луна, там буквально один квадратик такой, я, кажется, посылала Насте Зарецкой. В первой, наверное, поменяшке, может, еще кому-то посылала, который делится там на три, можно на три части его разделить, потом выпить. Такой квадратиком запечатанный, чистыми листами такими прессованными. И вот я решила, я даже забыла, что я заказала, потому что он так долго шел этот заказ, что я уже вообще реально забыла, что у меня там есть. Мне даже уже с Ногару там посылала два раза сообщение, что вот вы через наш сайт делали там этот заказ на AliExpress, подтвердите его получение. Думаю, я его еще не получила, как я могу подтвердить. Кстати, оно от Москвы, от таможки до почты вообще шло неделю. Где оно там потерялось, куда оно там ушло. Ну и вот он бамбук наш. Вот он наш бамбук. Слушайте, не поверите, он такой легкий, вот так много. Я когда-то давно у меня был чай с бамбуком. Какой-то сбор, смесь, не знаю, ройбуш там бамбук был или еще что-то, и мне Юлька присылала, я потом просила еще и какого-нибудь такого, но больше нигде не было этого бамбука в Питере, на удивление, обычно в Питере практически все есть, да. Я помню, увидела в каком-то цветочном магазине палочку такую с бамбуковым листочком, но что-то у меня тогда, то ли у меня была карта, они наличку не принимали, то ли у меня было меньше денег, чем он стоил, 90 рублей, кажется, был, и я что-то тогда подумала, ну потом приду, куплю.
И так и забыла, а потом магазин цветочный перенес, а потом уже там вообще уже не знаю какой по счету. Ну, это не механки, в общем, у нас. И в результате я что хотела, мне тогда за ремкости баллы и вообще мои друзья, что типа, как одни, типа, как тебе не совестно, значит, оно отрастет, ты его обдирать можешь. А другие, ну типа, ха-ха-ха, вот чай посадить. А я хотела посадить этот бамбук, значит, отрастить, снимать с него листочки, периодически и заваривать. Теперь у меня есть целые листочки. Я их заваривать буду и отдельно, и думаю, с чем-нибудь смешивать. Не, фиг вскроешь. Так странно пахнет, не знаю с чем. Ну, чем-то таким вот неожиданным пахнет так. И, в общем, вот это наша ручечка. Такая вот анимешная. Я тогда еще реально потрясла, подумала, что там такое. А даже не подумала что-то прочитать последнее слово, там вот эта шариковая ручка, да, витамин. Когда открыла, она у меня так выпала. Я, кстати, тестила. Она пишет вполне себе вот. Ну там, наверное, ее как-то можно будет разобрать, и очень маленький стерженек придется потом вставлять, если вдруг она перестанет писать. Ну или как бот с сувенирчиком таким. Причем приятный такой подарочек. Потом я прочитала этого продавца, у него, оказывается, было, если вы накупите больше, чем на 8, минимальная сумма заказа $8, то он такая ручечка придет в подарок. Видимо, у меня там как раз $8 на тот момент и выходило, даже с учетом скидки. Чем такой вот пакетик тут еще. И еще я все-таки купила сегодня эту пасту, она, оказывается, в этой Дикси продается. То у нас арахисовая паста кремовая, 340 грамм, сделана она у нас, кстати, в Китае. И, ну, она была зафольгирована. И вот у меня она все-таки еще не кремовая. Она еще, вот хоть она уже чуть мягче, чем была, когда я ее принесла с улицы, хотя у нас сегодня 0 градусов, даже, может, плюс 2 где-то так. Ну, и, кстати, состав отборной обжаренной арахис 90,5%, сахар 6,5%, растительные масла рапсовое, хлопковое, соевое 1,8% и соль 1,2%. Я считаю, что нормальный очень состав, хороший состав. По крайней мере, не масло ши, не пальмовое. Пусть лучше рапсовое, хлопковое, соевое. Все вот такое вот. Ну, что хочу сказать, она такая действительно, как мне сказали тогда в комментариях, что как жидкий арахис. Хотя Диме написал, вот, пробовал, он говорит, мне говорит, не понравилось. В общем, арахис, который слегка соленый, кот у меня бесится, слегка такой, чуть-чуть совсем сладким отдает. Вот реально такой арахис, который, вот, допустим, жареный, не жареный, даже вот эти соленые арахисы половинки продаются. Вот такое ощущение, что его пожарили и посолили. В общем, такое интересное лакомство. Я его на булочку намазала, но я думаю, что его можно и так лопать. Ну, в общем, вот такой у меня обзор, да, у меня тут еще печенька. У меня хоть сладкое есть, но что-то я так увидела печенька, решила, что почему бы и нет, давно у меня не было печеньки. Вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Теперь я вся плечия, за ремками я вообще бы звала дилером чайным. Хотя тут совсем немножко, ну, что это вот, 40 грамм. Хотя вот этот он, ну, я думаю, тут надолго хватит, потому что он, во-первых, я не часто буду его пить. Во-вторых, он довольно легкий. В общем, если вы досмотрели до конца, то я очень рада. Я не зря тут тра-та-та-та-та-та-та на камеру, хотя я пришла с аппетита, такая что-то сонная, уставшая. Не знаю, в последнее время часов 6 начинаю хотеть спать, часов 7 я уже такая вялая никакая, часов 8 я практически вырубаюсь, ложусь 10 в результате, точнее усыпаю 10. В общем, спасибо за просмотр и до новых встреч, пока!